Организаторы благотворительной акции «С миру по нитке» меняют привычное представление о благотворительности. С 25 июня, совершая в Темпо пиццы покупки для себя, вы делаете добрые дела для других. Фонд развития физической культуры, спорта и туризма продолжает акцию «С миру по нитке. Детям улыбка». Помощь детям. И она будет проходить в этом заведении «Темпо пиццы». И каждый, кто хочет помочь детям и сделать определенный вклад на покупку аппаратов в реабилитационный центр, может приходить сюда и покупать пиццу. И часть выручки будет уходить именно на покупку этих аппаратов. Будем вас ждать. Помочь детям и подросткам с ограниченными возможностями, не отрываясь от собственных забот, в силах каждого посетителя «Темпо пиццы». В планах организаторов акции «С миру по нитке детям улыбка» приобрести специальное медицинское оборудование, магнитотерапевтический импульсный аппарат и прибор низкочастотной электротерапии, закупить которое собственными силами Нефтекамский реабилитационный центр не в состоянии. Но отзывчивые горожане уже одобрили идею благотворительной акции. Услышала об акции только сегодня, придя сюда попить чай. Очень удивлена была, приятно, потому что все равно помощь – это хорошо. И если будет побольше людей таких, которые пожалеют, придут, помогут, будет очень хорошо. И надо помогать, это всегда плюс. Получается, вот пришли просто отдохнуть, попить чаю, и тут узнаем, что ты просто можешь без никаких усилий, в принципе, ничего не предпринимая для этого, серьезно помочь детям. Я считаю, это наверное, хорошо. В любом случае, а если ты хоть раз в жизни можешь сделать что-то хорошее. Тем, кто решил принять участие в акции, не понадобится запоминать длинные номера расчетных счетов и прилагать какие-либо усилия для перечисления средств. Все, что от вас требуется – желание помочь. Таким образом, с 25 мая, заказывая полноценный обед, вы вполне реально можете помочь кому-то стать полноценно здоровым. Евгения Хазеева, Ренат Юмакаев, «Время новостей».